Рандомные факты. Домашняя кошка, оказывается, способна развивать скорость своего бега до 50 км в час. В Алабаме запрещено водить машину необутым. Больше всего преступлений происходит в пятницу. Раньше в Англии был закон, по которому попытка самоубийства каралась смертной казнью. 1092 блина – самое большое количество блинов, выпеченных за час человеком. До начала 1950-х годов сигареты считались полезными для здоровья. Пить слишком чистую воду опасно для нашего здоровья. После 25 лет объем губ начинает постепенно уменьшаться и ширина рта увеличиваться. Кофе бодрит вас лишь 15 минут, все остальное самовнушение. В древности гранат использовали как помаду для губ. В Вавилоне на Новый год царя били плетью. Если он заплакал, значит год будет урожайным.